В честь Дня народного единства по всей России прошла акция «Большой этнографический диктант». Поучаствовав в нем, любой желающий мог проверить, насколько хорошо он знает культуру родной страны или региона. С тестовым заданием попробовали справиться и жители Люберец. Акция прошла на базе гимназии номер 44. Желающих проверить свои знания в городском округе Люберцы оказалось много. Более 70 человек зарегистрировались на участие в международной акции «Большой этнографический диктант». Среди них общественные деятели, педагоги, руководители различных организаций, а также школьники и студенчество округа. Председатель местного молодежного парламента Евгений Благолев принимает участие в таких массовых проверках знаний не впервые. В нашей стране проживает больше 190 народностей. И интересно знать судьбу каждой из них, интересно знать культуру, традиции каждой из них. И поэтому хочется все-таки проверить свои знания в этой области. Решая тестовые задания, участникам этнографического диктанта приходится вспоминать уроки истории, географии, литературы. Одним словом, все гуманитарные предметы. Затем работы отправляются на оценивание. Оно проходит в несколько этапов. Этнографический диктант будет оцениваться экспертами. Создана специальная комиссия, которая после проведения будет проверять эти работы. Впоследствии эти работы в сканированном варианте будут отправляться региональному координатору. Результаты этнографического диктанта будут известны примерно через 10 дней. Узнать, какое количество баллов удалось заработать во время акции, можно в гимназии номер 44, в управлении образованием, а также в интернете. Для этого каждому участнику присваивается порядковый номер, даже если он проходит тестирование анонимно. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.